По данным Росстата, в Тюменской области сейчас проживает более 300 тысяч пенсионеров, а это 21% населения. Кстати, показатель ниже среднего по стране, который приближается к 25%. Получается, если взять все население России, пенсионером будет каждый четвертый. В нашем регионе каждый пятый, в северных округах их доля еще меньше. Например, в Югре всего 14%, на Ямале 10%, и это один из самых низких показателей в стране. Меньше только в Чеченской республике, там 9,6%.